Сегодня на Михайловской земле, на гостеприимной Михайловской земле в очередной раз проводится открытый кубок ДОСАВ по мотоциклетному спорту. Хочу вам пожелать всем замечательной, красивой, бескомпромиссной борьбы. Будьте осторожны, внимательны. Всем хорошего настроения, здоровья, мира, добра. На фотографию. Зинаида Ивановна, повернись, а сфотографирует. Чьи выше? Аплодисменты! Я Максим. Максимов. Наконец-то он успел. Они очень хорошо ездили по трассе. Потому что упоролся и сказал, да ну ба. Есть номинации, которые мы объявляли, которые могут быть. Оля, честное слово, от всей души, вот, поздравляем тебя. Дай Бог, чтобы на каждых соревнованиях ездил, присутствовал, приезжал там, мы всегда будем рады. Мы все наблюдали за тем, как вы с Самарским просто бились. Фотография на память, общая фотография на память.